Дорогие друзья, я рада, что вы пришли к нам на подведение итогов по 17-му каталогу. Хочу вам сразу сказать, что это у нас войдет в привычку. Каждый понедельник в 20:30 буду проводить вебинар именно я. Темы буду сообщать позже. А по четвергам нас будет ждать сюрприз всегда, тоже в 20:30. Это именно для моих людей, для моей структуры. Как вы поработали за 2 недели? Заметьте, 17-й каталог был 2-недельный. И я так вижу по всем, кто здесь собрался, ничего страшного не произошло, что он был 2-недельный. Закрыли все личные баллы почти точно так же, а некоторые еще и больше. А вообще к нам пришло 60 новичков. Это отличное просто количество. И заметьте, за 2 недели. То есть, если посчитать, что за 1 неделю к нам приходит 30 новичков, то за 3 недели 17-го каталога мы в силе, я думаю, осилить и 100 новичков. Активных новичков 12. Активных – это значит те, которые активировали свой личный кабинет и сделали заказ. Не обязательно на подарок, можно на 29 рублей минимальный, но они считаются активные. И напоминаю, что новичком считается тот консультант, который не сделал еще ни одного заказа в течение 3 каталогов, или же сделал заказ, но не получал подарок, то есть он сделал на 29 рублей. Наша задача созвониться с ним или списаться и уведомить, что если в этом каталоге он делает на 45 рублей, получает просто шикарный подарок. Активных консультантов 225. А всего в структуре не написала 617 было в прошлом каталоге, 607 осталось сейчас. То есть тех, кто не делал заказы в течение 9 каталогов, удалили. Это больше, чем 30%. Активность очень хорошая. Ну, если не сильно гордиться, то можно сказать, что перед Новым годом, в принципе, всегда так, но я знаю, что вы все активные покупатели, вы все любите продукцию Faberlic. В принципе, нам не важно, Новый год, не Новый год, мы все равно покупаем. А сейчас именно я хочу начать поздравление, подведение итогов наших лидеров. У нас появилась новая звездочка в структуре Побот Светланы. Это Побот Людмила. Она еще, по-моему, является новичком, но уже консультант, 3-процентник и делает хорошие личные закупки. Поздравляем! Опять же, в структуре Светланы Побот есть лидер с самого начала, как только пришла в компанию, Карпович Людмила. Она делает большие сама личные закупки. И плюс она уже по чуть-чуть строит структуру. Поэтому она консультант 3%. Поздравляем, Людмила. Ну и наш активный человечек, наша раскрывающаяся звездочка Довольцова Нина, которая, как вы все знаете, нашла меня через интернет, хотя была зарегистрирована давно. Консультант 3%, чуть-чуть не дотянула до 6, Нина, вперед, все будет круто. Консультант 3%, Эйсмонт Лилия, которая со мной с самого-самого начала, с 11, точнее с 12 года. В прошлом каталоге она у нас выиграла в розыгрыше набор для маникюра и педикюра. Здесь я ей вручала. Лиля, поздравляем. Так держать.
И у нас благодаря, наверное, Нине Довольцовой зажглась ее наставник Лыбко Любовь. Она тоже очень давно пользуется продукцией Faberlic, очень давно покупает все, но Люба поняла, что нельзя отставать от своих консультантов, нужно идти вперед и только вперед. И мы ее поздравляем. Она сразу стартанула на 6%. Молодец. Рассолька Елена тоже в компании прям очень давно, делает огромные личные закупки, строит структуру, к ней очень много приходит консультантов именно по VIP-программе, так как она делает постоянно 100 баллов, в ней компания сама регистрирует людей. Елена, поздравляю, 6% старший консультант. Галина Потапчук. Тоже Галину я знаю очень давно, она со мной в команде почти с самого начала. Консультант 6% старший. Чуть-чуть буквально ей не хватило до 9, но ничего. Еще не за горами. Начался у нас 18-й каталог. Я думаю, 9% будет у нас точно. Ну и поздравляем Тинькевич Ольгу, которая активно работает со мной уже почти год. Ей тоже буквально чуть-чуть не хватило до 9%. У нас большие надежды на 18-й каталог. И мы планируем стартануть на 12%. Поэтому, Ольга, у тебя 3 недели. Ну и лидер 9% Коба Светлана, держатель агентского пункта выдачи в городе Белозерске, лидер 9%. У нее в структуре много активных девочек, которые делают большие закупки. Одним словом, какой наставник, такие и лидеры. Светлана, поздравляем! Ну, и не могу не выделить девчонок, которых я уже называла. Это те, которые являются VIP-консультантами со стажем уже огромным. Они постоянно делают 100 баллов, и им компания дарит новичков за активную работу. Лидирует Рассолька Елена, 155 баллов. Коба Светлана 114, Синкевич Ольга 103. Поздравляем! Так держать, если делать постоянно 150 баллов, то вам компания плюс еще за это доплачивает 10% от товарооборота. И также есть у меня в команде очень много девочек, которые любят и ценят продукцию Faberlic, они делают большие закупки для себя и своих родственников. Они одеваются в Faberlic. Вы их видите на слайде. Перечислять я всех не буду, так как очень много. Но, девочки, вы очень большие молодцы. Так держать. Ну и обязательно я хочу назвать тех, кто не дотянул буквально чуть-чуть до какого-то звания. Как вы все знаете, мы все привилегированные покупатели после регистрации. И консультантом считается тот, кто делает 50 и выше баллов. Так вот, здесь в перечне все те, кому не хватило буквально чуть-чуть. От 5, 4, 3, 2 баллов до 50. Ну и, конечно, я не могла не заострить внимание на Карпович Людмиле, которой не хватило буквально чуть-чуть, чтобы продолжать свой VIP-стаж
Напоминаю вам, что если вы вдруг по каким-то непредвиденным обстоятельствам теряете VIP-стаж, то есть не делаете в этом каталоге 100 баллов, у вас есть только одна единственная возможность его восстановить. Это в следующем сделать 200 личных баллов. Иначе все нужно будет набирать по-новому. Так что, девочки, только вперед, и все будет отлично. Как вы уже сегодня почувствовали, как ни странно, мне даже никто не звонил, только один человек по новой системе Мегабонус. Я так думаю, все ее встретили на ура. Кто делал заказ, успели забрать свои подарочки, успели забрать водичку. И заметьте, как это просто мега круто, не зря называется мега бонус, что этот подарок мы можем получить перед Новым годом. То есть у вас будет уже готовый подарок, не знаю, маме, брату, мужу, сестре, подружке, да кому угодно. Сразу готовый подарок, не нужно ничего покупать. Ну, а если какой-то из этих ароматов нравится именно вам, почему бы не оставить себе? Много водичек не бывает, как я говорю. Поэтому обязательно не забывайте, когда оформляете первый заказ на 29 рублей, в промо-акциях оно звучит. Акции консультанта открываете, и будет перечень вот этих всех водичек. За 20 копеек вам добавляют одну водичку. Обязательно добавьте, потому что если у вас по каким-то причинам, ну, забыли или что-то случилось, и уже заказ собирается, в следующий раз то опять надо будет делать на 29 рублей, чтобы получить водичку в подарок. И одно важное правило, которое вы должны не забывать. Мы про него не знали до старта мегабонуса и только узнали сегодня. Если вы заказ утвердили и взяли водичку в подарок, как вы все знаете, у нас существует такое свойство на сайте, что можно пока заказ в статусе «Готов к сборке» удалить. Так вот, если вы вдруг решите добавить что-нибудь в этот заказ и нажмете «Заказ удалить», комплимент уже от компании добавляться не будет. Поэтому смотрите, чтобы не было потом самим за себя обидно, что что-то где-то произошло не так. Ого, мегабонус у Оли 55, ничего себе, круто. Прямо на платье, не одно. И напоминаю всем, кто строит структуру, кто регистрирует людей. Те новички после регистрации получают мегабонус 15%. Перечисляется он точно так же, как и нам. Сделали заказ от 29 рублей, оплатили, и нам вернулось 26%, а им вернулось 15%. И сделали они заказ, оплатили, в следующем каталоге у них мегабонус уже будет 20%, но только при условии, если они сделают в следующем каталоге. Если они по каким-то причинам пропустят и вспомнят, что у них денежка есть на счету через каталог, через два, у них опять же будет мегабонус 15%. Поэтому запомните, что 15% получают новички и непостоянные покупатели. 20% мегабонус – это мегабонус растущий, который даст нам 26%. Значит, 26% в 18-м каталоге получили все, кто до этого постоянно пользовался продукцией компании Faberlic и покупал, начиная с 12-го каталога. У них у всех уже 26%. Но этот мегабонус легко потерять. Не забывайте, что вы и дальше должны, ну, как бы не должны, но в ваших интересах покупать каждый каталог не менее чем на 29 рублей, чтобы сохранять вот этот
мегабонус 26%. Напоминаю, что мегабонус не распространяется на одежду, белье, колготы, аксессуары, купальники, обувь. В общем, все, что идет спецупаковка, кроме косметики для дома. И если вдруг по каким-то причинам у вас не получилось сделать заказ и вы слетели на 15%, у вас есть одна возможность восстановить мегабонус 26. Вам нужно за каталог сделать закупку на 174 рубля, и вы получите 26% мегабонус, или же 50 баллов, или так, просто как вы знаете, одежда, обувь дает нам меньше баллов, поэтому это может быть и больше, чем 174 рубля, если вы хотите иметь 50 баллов. Ну и, конечно, напоминаю всем тем, кто строит структуру, чтобы иметь объемную скидку, вам по-прежнему нужно иметь 50 баллов. Иначе вы теряете объемную скидку, и она переходит вышестоящему наставнику. Поэтому следите за данным правилом. Может, вопросы есть у кого какие? Пишите пока. И сразу же хочу всех поздравить с новым каталогом, с внедрением новой программы лояльности «Мегабонус». И желаю всем умопомрачительного, сумасшедшего роста, активного рекрутинга и прихода в команду сильных лидеров и партнеров. И также, чтобы этим умопомрачительным успехом мы встретили все с вами Новый год. Девочки, есть у кого какие вопросы?